Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами проектом, называется Money Broker. Это инвест-проект, где нам при регистрации дают $10 бонуса. Вот, и так вот он выглядит. Платежная система Payeer. Perfect, вот такая, фрикасса. Ну и здесь тарифы для активных участников 5% в сутки. Следующий для новичков без вложений. Низкий порог входа в проект всего от $1. Получаете 100% дохода всего за 40 дней. Ежедневные выплаты инстант без комиссий. Ну и так далее здесь. Работает проект 3 дня 15 часов. Ну, вот здесь как бы это все. Здесь вклады пользователей и выплаты. Ну, так как сайт сделан качественно, я хочу сказать. Множество языков. Давно я не принимала участие в подобных проектах. Значит, вот здесь вкладочки все кликабельные. Это можно все прочесть. Соглашение. Читаем. Далее, как начать? Это вопросы-ответы. Здесь это все просмотрите. Так, что у нас здесь? Могу ли я заработать без вложений? Посмотрите. Да, вы можете зарабатывать. Бонусы – это реальные деньги. Да, это также все это прочтете. Мультиаккаунты запрещены. Ну и все такое. Это я уже зачитывать не буду. Далее новости. Что здесь написано? Уважаемые участники партнерской программы Money Broker. Напоминаем, что неактивные аккаунты, то есть аккаунты, где не добавлены пин-код, email и один из ваших кошельков, удаляются в течение 7 суток после регистрации. Кликайте подробнее и читайте. Ну и контакты здесь. Почта. Ну и вот это администраторы типа того. Вот. Давайте перейдем к регистрации. Я захожу все в режиме онлайн. Регистрируюсь на сайте, подтверждаем, что достиг совершеннолетия, полностью отдаю отчет в своих действиях и внимательно прочитал все пункты соглашения и вопросы-ответы. Пишем ваш логин. Так. И пароль, друзья, придумываем. Вставляем. И капча у нас такая цифровая. 1672. Зарегистрироваться. Так, значит, здравствуйте, Елена. Ваш тариф новичок. Срок работы бонусных средств бессрочно. Мой ID. Бонусные средства. Вот, обратите внимание, мне дали $10. Я, так как только что зарегистрировалась, ничего не вкладывала. У меня все по нулям. Вот. И здесь пошла, вот видите, капает копеечка. Так, калькулятор доходности. Минимальное пополнение $1. Значит, если я, давайте, закину $1, я его буду закидывать на вывод $2. Ну, плюс еще будет капать вот с этого, с бонусных денежек, также будет капать копеечка. Вот я и закину вот этот доллар, потому что, ну что, я так просто зашла. Я в такие проекты захожу осторожно и пополняюсь без фанатизма. Вот. Вот здесь люди, вот кто-то вообще на $157. С ума сойти. Значит, далее что? Давайте посмотрим,
Что у нас здесь? Это домашняя страничка. Это аккаунт. Это настройки. Кликаем настройки. Значит, нужно ввести email, четырехзначный пин-код, повторить пин-код и сохранить. Я введу email адрес, поставлю на паузу, введу два пин-кода вот этих и сохраню. После продолжу. Email и пин-код успешно сохранены. Запомните или запишите ваш пин-код. Внимание, не сохраняйте эти данные в браузере. Значит, я все добавила. Теперь прописываем кошельки. Я, естественно, Payeer. Поставить английский язык. Сохранить. Payeer сохранен. Все. Далее что? Здесь у нас платежи. Так, ваш баланс. Вот мне капает копеечка от бонусных денежек. Выплата по депозиту доступна один раз 24 часа. Мой кошелек. Далее вкладочка у нас идет реферальные. Находится наша партнерская ссылочка. Партнерская программа 8.5.2%. Значит, далее что у нас? Ага, здесь еще и баннеры есть. Вот какие. Ну, неплохо, я хочу сказать. Посмотрите, сколько баннеров. Замечательно. Ссылочку оставлю в описании под видео, кого зацепит. Так, это у нас история. Доход 0. У меня все по нулям. И вопросы-ответы. Возвращаюсь я в аккаунт. И я хочу пополнить на 1 доллар. Так, перфект. Payeer. Ручное пополнение. Значит, обратите... Угу. Значит, что здесь у нас... Ага, давайте скопируйте Payeer кошелек вот этот. Копируем. Сейчас еще разок. Про это. Так, переведите выбранную вами сумму. Платежной системы Payeer на скопированный кошелек. Так. Перевести. Так, перейдите в историю платежей кабинета Payeer и скопируйте ID. Угу. И введите ID операции в поле ниже. Значит, переходим на Payeer кошелек. Перехожу в вкладочку перевести. Также. Сейчас буду делать как бы в режиме онлайн, чтобы потом не было, чтобы вам показать все. Так, переведите. Идем перевести. Значит, тут нужно быть внимательным. Номер счета. Вставляю номер счета 105 и на конце 411. Так, 105, 411. Все правильно. Здесь я буду переводить. Угу. Здесь USD надо поставить, а здесь рубли, чтобы мне перевести 1 USD. Это вот такая сумма должна буду я. Также я сделала, друзья, 1 доллар 60. Перевести. Давайте я сейчас даже... Значит, что нужно?
Мне нужно $1, чтобы был. 69. Итого $1. Перевести. Ай, ладно, чего я буду сразу в долларах переведу. Мучиться. $1 и здесь. Так. Перевести. Я хотела просто в рублях. Окей. Так, перевод успешно выполнен. Теперь иду в историю. Вот, 18 августа. И я копирую ID операции. Вот это, друзья. Копировать. Перехожу обратно. Вставляю свой ID. И проверить платеж кликаю. Так, транзакция отправлена на обработку. Ожидайте. Давайте подождем. Вот. Поставлю пока на паузу. Значит, я обновила, друзья, страничку. И мне ваш тариф актив. Также действуют бонусные средства $10. Сумма в ваших вкладах $1. И зарезервировано $2 плюс бонус. И начала копеечка капать уже быстрее немножко. Вот, и опускаемся ниже. Значит, вот бонусные $10 и мой доллар. Значит, с бонусных мне будет капать 0,5%, а с доллара 5%. И вот здесь дни. Также, если поднимемся вверх, только вот не вижу вклады. Мой вклад. Давайте перезагрузим страничку. Ага, вот мой логин и мой доллар появился как бы вверху сам. Ну, вот такой вот проект. Вывод, естественно, буду проверять. Здесь видим, да, и по 94 цента, 36 центов, 22 цента выводят. Как бы, ну, как выведу, я запишу видео по выводу денежных средств. Смотрите сами. Такой вот проект, друзья. Кому подойдет, кому не подойдет. В принципе, на бонусные денежки на $10 набрали. Там сколько там, 20 центов поставили на вывод. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.